Итак, всем здорово! Сегодня у нас на обзоре флешечка, и эта флешечка на 128 гигабайт, то есть такой будет быстренькая распаковка, может тест скорости. Флешки на 128 гигабайт от фирмы Transcend, и это UHS-1 microSD 300S, так называется эта модель. Была куплена в магазине Розетка, как всегда быстро доставили, и по цене были, в принципе, самые лучшие. Данная флешка поддерживает скорость чтения до 100 мегабит в секунду, класс 10, U3, V30 и запись 4К. То есть вот так вот расписано на этой флешке. Что у нас сзади есть? Что тут интересного пишут? В принципе, ничего особенного. Вот мы видим такой значок розетки тут. Гарантия 5 лет. Розетка тоже дает эту же гарантию. 60 месяцев, насколько я помню. Да, 60 месяцев гарантия от розетки. Ну что ж, вскрываем, смотрим. Сейчас будем проверять. Так, распаковываем. Аккуратненько. Всегда флешки так неудобно достаточно распаковывались за счет такой вот упаковки. Ну, сейчас попробуем более-менее аккуратно это все дело вскрыть. Так. Ну, как получилось, так получилось. Так, достаем саму флешку. Такая коробочка, все, и вот тут сама флешка лежит. Так, убираем это все дело. И вот так вот выглядит сама флешка. Формат microSD. Здесь, в принципе, все то же самое написано. U3, A1, V30, 128, 128 гигабайт. Ну, вот так вот выглядит эта флешка, самая обычная. Так, где произведена? Скорее всего, в Тайване. Да, сделана в Тайване. С такого прикольного цвета, серого. И сейчас я ее вставлю в компьютер. И сделаем такой небольшой тест скорости. Скорости записи, скорости чтения. И сколько же она покажет гигабайт. Ну что ж, поехали, вставляем в компьютер. Итак, продолжим тест нашей флешки. И вот я ее подключил к компьютеру. Компьютер показывает 116 гигабайт. То есть из 128 по факту доступно 116 гигабайт. Полностью флешка свободная. И сейчас хотел бы я прогнать все тесты. Вот 1 гигабайт. Чтение, запись. Там будет также и 4К, и остальные стандарты. Сейчас вот запустили, пробуем, смотрим, что покажет данная флешка. Так, поехали. Зависло. Так, запускаем. Итак, да, вот прошли тесты. Что нам показало? Скорость чтения 89, то есть 90 мегабит, приближенная к 100 мегабитам, которые указывают на упаковке данной флешки. Тут 86, ну 4К, 9,87 и 7,36. Скорость записи, конечно, 38-36 мегабит, не такая большая, но в целом неплохо. То есть в целом неплохие показатели. 4К при этом тоже записывают. 5 мегабит и 4,96 мегабит. То есть в целом флешка, все, что на ней было указано, это правда. Такую скорость она и выдает. Возможно, если вам нужно быстрее, то есть смысл переплатить, так как данная флешка стоила 15 всего лишь долларов, то есть за 128 гигабайт, что в принципе недорого. Ну, в целом рекомендую покупки. Это моя вторая такая флешка. Я уже попользовался ей примерно полгода, и никаких нареканий, все работает, никаких проблем не было. Все, всем спасибо за просмотр и до скорой встречи. Покупайте в Розетке.